вагоны везут меня в это место. Что они идут отовсюду. С востока, запада, севера и юга. Днем и ночью. Днем и ночью. В любое время года. В любое время года. Было время, когда я тоже мечтала. Я мечтала, что некое прошлое никогда не повторится. Но нет, вот оно, здесь. Не люблю железнодорожных станций, рельсов, вагонов. Как если бы все они везли в Освенцим, Дахау, в Треблинку.